Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, сегодня у нас битва роллинг, роллинг-битва, роллинг на аккаунте игрока под ником Фантомасик, потому усаживайся поудобней, не забудь поставить свой царский, не знаю, княжеский, давайте княжеский лайк, и полетели. Что у нас получается? Во-первых, можете меня поздравить с тем, что я наконец-то расчистил, проверил. Удалил, короче, было 80 заявок на роллинг, они там по 2 месяца висели, все самые старые я удалил, потому, ребятушки, если вы все-таки не дождались того, чтобы я вам написал, то оставьте заявку заново, просто те заявки, что были очень старые, я их удалял, потому что в 99% случаев вы не дождались того, чтобы я добрался до вашего аккаунта и заролил героев, ребят. Таланты я ролить не особо хочу, потому на роллинг талантов можете свой аккаунт мне не предоставлять, просто по фану ролим героев, и это все бесплатно, и меня до сих пор удивляет вопрос, когда спрашивают, а сколько стоит то, чтобы ты поролил героев? Бесплатно, вот, но от 50 000 самоцветов, потому копим 50 000 самоцветов, и все у нас будет хорошо. Ссылка на оставление заявок находится в описании. Ладненько, полетели. Что у нас получается? Фантомасик, 355 000 силы. Что тут? 120 000 самоцветов. Ёлки-палки, ресурсики всякие. Давай посмотрим. Вот, давай посмотрим. Тут я записываю видео во время закрытого стрима для спонсоров, и тут уже начинают шутить по поводу того, что бесплатно, но ждать придется пару лет. А если хочешь сразу, то 5000 рублей. Не, ну... Или спонсорка, строгий господин. Ладно. Ну, ребята, у меня просто был творческий кризис, мне не хотелось пилить целую кучу роллингов. Ну вот, извиняюсь. Сейчас постараюсь каждую заявку обрабатывать в течение недели и заходить на ваши аккаунты и пытаться выбить каких-то недостающих героев. Сейчас я вижу, что здесь не хватает Розалинды, Некроса. С этим я никак помочь не смогу, но тем не менее будем пытаться выбить Фобуса. Космо будем пытаться выбить. Макдуха, Вальтора — это донатный герой. Зефирик тоже, до свидания. Фреи нету, Трифида нету, Королевы Ос нету, но тут Фреи нету, Дуэлянта, Командоры, Ледяного Феникса, Оккультиста, Огнекрыл, Разрушитель, Дракон — это понятно. Свалина нету, Арктика — понятно, Бугимена еще нет. Слушайте, ну это прям будет интересный роллинг, потому что... Ой, ребят, потому что, блин, ну реально очень много героев не хватает. Я надеюсь, что большую часть мы сейчас с легкостью выбьем. Но мне хотелось бы в это верить, на самом деле. Малыш Ник, 190-й рыцарь, оборотень, кристаллический эктоплазм. Князь Тыква, а что это получается, бездонатный аккаунт, что ли? Столько героев нету. Да, ребята, это без доната человек накопил 120 000 самоцветов. Офигеть, просто... Просто, я не знаю, я 20 000 самоцветов не могу накопить. Как вы копите такие суммы, играя без доната, для меня остается огромнейшим, ребята, секретом. Асура. Вот, а просто жесть. Ладно, идем дальше. Королева Гарпий. Кристаллический эктоплазм. А чё вы там в чате шутите, что это правда? Пишут, да, там в чатах своих, короче. Это правда. Не, ну, конечно, не, ну, я-то продажная рожа, да, то там вообще без проблем, да, за деньги без очереди, но все равно в целом-то. Вот, и это ж как надо. Хотя это ж сколько я мог денег заработать, если бы ролил за деньги. Ну, это было бы жестко, и мы выбиваем Фрею. Слушайте, ну как бы мне уже не стыдно будет аккаунт отдавать. Хотя нет, наверное, стыдно, потому что героев не хватает множество героев не хватает. Фрейю выбили, это очень хорошо. Ну вот, потому что, ну как бы, она могла бы и на зло, и не падать. Ну просто реально, прикиньте, Фрейи нету. У кого Фрейи нету? Напишите в комментариях. Вообще, чем больше комментариев вы пишете, тем лучше, друзья. Тем лучше, ниндзя. Оборотень, Тритон, Гигант с холма,
Давай дальше идем. 92 тысячи самоцветов еще. Ну, Фрейчку уже выбили. Ну, как бы должны выбить и других недостающих героев. Шаман. Сноузила. Так, пришло время поколдовать. Кто-то пишет, я думаю, что ноль. Да, может быть, и ноль заработал бы. Не, ну реально, типа... Князь, ты можешь мне паролить героев? Нет. Роллинг героев... От скольки тысяч самоцветов роллинг героев, князь? Роллинг героев от 1000 рублей, и мы выбиваем королеву ос, как только заговорили по поводу денег. Отлично. Прям хорошо, ребята. Идем дальше. При том, что на этом аккаунте такого количества героев не хватает, тут даже и королева ос поможет. Идем дальше, ребят. Бог грома химера, я уже могу себе, знаешь, тут на плече звездочки рисовать, сколько я уже королев ос выбил. А при этом себе самому я ничего не выбил. У меня там 5 героев уже не хватает, Бигфут. И, ну ладно, 5 там донатные герои, но 3 героев не хватает, которые можно выбить за самоцветы. Вот такая вот ситуация. Печальная. Оборотень. Так, идем дальше. Но могло бы и побольше падать. Хотя за 40 тысяч мы выбили королеву ос и Фрея. Даже не знаю, это как расценивать, хорошо или плохо. Как этот результат вообще оценивать? Просят меня показать подземки в чате. Ну, давай возьмем, покажем подземки. Ну, да, по сути, интересно, сколько человек без доната прошел подземок. Так, кошмарка. Так, это у нас 5-я кошмарка не пройдена. 4-я кошмарка на 3 звезды пройдена. 88 кгшек. Я не знаю, напишите в комментариях, как вы это все дело оцениваете. Мне сейчас трудно судить, я зажрался. Капитан Дрейк, 190 рыцарь, королева змей, друид, ледяной дьявол, фараон, леди Лео. Так, еще волны просят показать. Ну окей, чего не сделаешь. Так, АФ не пройдено, АЕ пройдено. С волнами могло бы быть и получше, хотя с другой стороны здесь и Фреи нету. Вот. Короче, ребята, оценивайте в комментариях, как результаты на это, ну, какие результаты на бездонатном аккаунте. Они хорошие, нехорошие. Летим дальше. Ну, в целом... Ну, я бы хотел бы сказать, что здесь для аккаунта бездонатного много героев. Но, наверное, я так не скажу. Это такой, знаешь, хороший среднячок. Смотрите, пишет, дупло покажи. Дупло я показываю от 100 рублей. Мое дупло не на помойке нашли. Вот, мое дупло не на помойке нашли. Офигеть, дупло покажи. Отлично вообще. Влад Дракула. Но тем не менее, мы уже проролили почти 70 тысяч самоцветов, но что-то мы выбили только 2 недостающих героев. И что-то меня начинает все это напрягать и, если честно, пугать. Потому давай. Слушай, а может сделаем паузу и посмотрим, какие-то ништяки откроем. Есть тут ништяки? А, нету здесь ништяков. Ну и правильно, ресурсы должны работать, а не копиться вот, в ожидании того, что когда-нибудь на аккаунт зайдет князь и откроет эти ништячочки, чтобы получить ресурсы. Давай уже, сколько у нас еще? Целая куча недостающих героев. Рыцарь тьмы, а упала только Фрей и королева ос. Еще раз, друзья. Бугимена нету. Свалина нету. Оккультиста нету. Ну, профессор Риббит, ладно. Ледяного феникса нету. Дуэлянта, командора. Еще тут на самом деле Космо, Фобос. Тут целая куча, ну, таких нужных must-have героев не хватает. Мы должны там хотя бы Феникса выбить, к примеру, Сердцеедка, Медуза. Все-таки сумма-то внушительная, 120 тысяч самов. Это накоплено, это не задоначено, это, ребята, накоплено, капитан Рогатка. Вот, ужас просто. Давай, рандомчик. Не, ну мне, походу, будет стыдно отдавать аккаунт, потому что это какая-то жесть. Это какая-то жесть, и по-другому... Данные действия прям и не назовешь. Ну, пожалуйста, дружище, давай. Циклоп. 30 тысяч самоцветов осталось. А результат? Ну да, Фрея есть. Королева ос. Фрей, хозяин обрадуется. Но еще кого-то. Понимаете,
настолько тупая... Опа, Фобос, отлично. Ну, хоть что-то, хоть что-то. Это не Феникс, но окей. Короче, понимаете, настолько ситуация тупорылая, даже несмотря на то, что мы сейчас Фобоса выбили, она заключается в том, что целая куча недостающих героев, и не то, что какие-то супер редкие герои не падают, они падают даже профессоры Риббиты. Вот что удивительно. И это пугает. Но, тем не менее, ну, уже троих выбили, как бы все три редкие такие хорошие герои. Но хочется, знаешь, must have, там, Космо, Феникса еще. Вот, и было бы добро, было бы счастье, и было бы хорошо. Вот, вот прапор пишет в чате, что Фобоса только за 100 тысяч самов поймал. Мол, видите ли, повезло, да. А я... Опа! Оп, а слушай, землеройка, землеройка-то походу была. Землеройка-то походу была, чему я радуюсь-то? Чему я радуюсь? Была тут землеройка? Свалена, культист, вроде... Да, землеройка была, ну, может пригодится, конечно, но... Вместо землеройки мог бы Феникс упасть на самом деле. Давай, 15 тысяч самоцветов последние, рандомчик. Не подведи, дай еще парочку нужных, недостающих, must-have героев. Пожалуйста, рандом, Феникс, приди. Космо, приди. Ну, 120 тысяч самоцветов. 120 тысяч самоцветов. 120 тысяч самоцветов. Ребят, вы хоть лайк-то поставили? Чем больше лайков, тем больше шансов выбить еще один Фобос. Это какой-то троллинг просто. Это просто какой-то троллинг. Не, Фобос тоже прикольный герой, в особенности, когда здесь столько героев не хватает, но... Типа, ты и так дал Фобоса, вместо второго Фобоса мог бы дать какую-то другую легенду. Да, подписчику будет что качать, каких героев и так далее, но... Фараон, но тем не менее, ну вы чё? Ну вы чё? Так, Королева Гарпии. Ну, на этой ноте будем заканчивать данное видео, данный роллинг. Вот, всем пожелаю огромнейшей удачи. Вот, два Фобоса, да, два Фобоса, я не знаю, как оценивать этот роллинг, ребята, давайте сделаем так, я в телеграм-канале и ВКонтакте сделаю голосование, в котором вы сами будете решать, это удачный роллинг или неудачный роллинг, и напишите в комментариях, как вам идея, чтобы под каждым роллингом где-либо проходило голосование. Ну, или в телеге, или ВКонтакте, кому где удобнее, да, в моей группе или в моем телеграм-канале. Ссылки есть в описании. Просто будет там голосование, и вы будете решать. И еще я думаю, что многим же вам нравятся роллинги. Может сделать плейлист именно роллингов, чтобы... Ну, я не буду туда все роллинги. Вот сейчас, которые новые, записываю роллинги, я буду их сувать в плейлист. И если вам нравится эта пипец тема, вы можете зайти в плейлист и всегда смотреть вот эти вот роллинги, хероллинги, вот так вот. Это будет плейлист роллинги 2019, а в 2020 году создам новый плейлист. Ну, как-нибудь так вот. Ладненько, друзья, пожелаю вам огромнейшей удачи, пожелаю самой главной удачи Фантомасику. Спасибо, что дождался и предоставил мне аккаунт. Всех целую, всем пока и спасибо за поддержку. В виде лайков, просмотров и спонсорских подписок. Вы меня выручаете. Чао.